Все таке, пане Андрію, тоді поки до вас. Чи оминути нам дистанційного навчання цієї осені? Думаю, ні. Чому? Тому що ми повертаємося опять к тому, як ми системно підготувалися к обучаючому сезону. Я вам хочу сказати, що в прошлом году у нас були інтересні проекти. Це було і в Житомирі, коли ми ряд школ готовили, і садиків. Це і в Полтаві, в Полтавській області було, і в Одесі, і в Києві. Тому я хочу відмітити, что это за тот счет, что инициатива или местных чиновников, или местных каких-то меценатов, или ответственных руководителей, ну, скажем так, учебных заведений, которые читают англоязычные источники, да, и понимают, что, в принципе, для того, чтобы нам переходить к высшей математике по внедрению инфекционной безопасности, сначала нужно просто освоить обычную азбуку. Вот, и пока мы азбуку это не освоим, то есть, и, опять же, для того, чтобы создать адекватные климатические условия и просто нормальное поступление кислорода в помещение, да, хорошую кратность воздухообмена, то говорить о каких-то там масках, наделять там химическими дезинфектантами, потом дети этим всем дышат всеми теми парами химии, да, тем самым вызываем мы достаточно много аллергических заболеваний и у педагогического состава в том числе. Вот на это никто не обращает внимания, но, опять же, понимаете, как мы уже раньше уже говорили с самого начала, что COVID скрыл системные проблемы в стране. Отсутствие там профсоюзов, которые отстаивают там коллективы, отсутствие нормальной логики. Вот поэтому на сегодняшний день, к сожалению, мы пришли к тому, что государство не взяло на себя ответственность за внедрение программы инфекционной безопасности. И единственная действительно возможность у населения на сегодняшний день во избежание заболевания – это вакцинация от COVID.